Теперь чувачки, с вами Элскел. Я не знаю, как я на это все попал, но в Play Market есть какие-то копии желтого младенца. Я в шоке. Чтобы вы понимали, вот, допустим, первое. 5 миллионов скачиваний. Вы посмотрите на эту чмоню. Это что такое вообще? Короче, я предлагаю вам сегодня взять, поиграть во все эти Ну что, сладкий, готовь попу. Я со скрином уже играю, я не знаю, что в игре будет. Что это просто, кто это делал? Зачем? Короче, давайте поиграем во все эти игры. Ну что, поехали, страшно, капец. Боже, какое оно тут все чмошное. Это вам не оригинал желтого младенца, где все прям так прям бликует. Младенец красивый. Тут где-то это чмоня сейчас прячется. Это хоррор или что это такое? Выглядит какая-то Гренни. Мы точно в желтого младенца вообще играем? Нифига себе, ты вам богатырь. Это какой-то неправильно выросший зэк. Реально выглядит как зэк просто. Младенец, блин. На ручки хочешь? Боже, чмоня какая. Дайте соску ребенку. Нифига себе, соска, блин. Ну на. Уровень пройден. Что? Все так просто. Ребенок голоден. Чем его кормить? Мне лося завалить надо, чтобы его покормить. Он же просто сожрет меня. Так, ну бутылочка, хорошо. Ну, слушай, бутылочка это капелька ему в ротик просто. Берем бутылочку. Он же вместе с пластиком ее сожрет, блин. Все? Уровень пройдет. Что за игра? Почему так просто? Это вообще хоррор или нам нужно реально младенца кормить? Он обосрался. Ну все пока что как в обычном желтом младенце. Боже. На самом деле стрёмный капец просто. Вы меня, конечно, извините, но иногда вот есть ощущение, что детдом очень нужен. Так, все. Капец ты, обосрешь, ты больше тумбочки. Нам нужен памперс? Я все жду, когда будет хоррорная часть. По-любому же должен быть хоррор. Это же желтый младенец. Геликоптер, геликоптер. Опять летает. Возьмите ребенка. Это... Это типа хоррор. Летучие мыши его понесли. Боже, я и то лучше бы игру создал, чем вот это. Что это такое? Он еще через дверь не пролез, дурачок. Найди волшебное кольцо. Я еще предложение должен сделать, что ли? Это не кольцо, это браслет. Он просто огромный. Зачем такого огромного младенца делать? Боже. Это настолько плохо, насколько вы это видите просто. Так, подойти к младенцу, давай, давай. Найдите ключ. Когда ты пытался сделать желтого младенца, получилось просто... Что получилось? Несем ключ. Давай, не бойся, младенец. Тут даже нет вопросов, как этот младенец сюда попал. Ну, типа, скорее всего, выкинули. Так, в бедрум. Тебе нужно это? В стиралку? А, тебе даже в стиралку тут нельзя запихнуть. А смысл? Вот в желтом младенце в чем самый кайф? Над ним можно издеваться с этим, чем... Что можно делать? Он просто выглядит стрёмно. А когда будет страшно, вы там скажете? Мама. Что? Я не мама. Я твой отчим. Ребенок голоден. А все по кругу повторяется. Что-то будет страшное? Или то, что он летал, это самое страшное? Он теперь обосрался. Поменять подгузник. 5 миллионов скачиваний. 5 миллионов скачиваний. Капец. И все, все повторяется. В общем, на этом игра заглючила, я его просто принес. Принесите его в бедрум. Я такой, принес. А это не работает. Ну все, короче. Игра нацелена на то, чтобы просто зарабатывать бабло. Я отключил интернет. Игра не зарабатывает бабло. Погнали дальше. Тут еще 50 тысяч скачиваний. Этот вообще прям Алешенька. Понасоздавали игр дебильных. Бери, играй, не хочу. Ну что, посмотрим, что здесь. Тут всего 3 уровня. Тут графика выглядит немножко получше. Хотя бы текстуры какие-то. Ну, их нет. Найди ребенка. Угу. По-моему, от тех же разработчиков все. Тоже могу прыгать, могу приседать. Кстати, ребят, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Потому что совсем скоро будет 3 миллиона, 3 миллиона. У меня никогда еще не было 3 миллиона. Обязательно подписывайтесь и поставьте лайк, если вы еще не поставили лайк, если вам нравится видео и вообще. Чмоня, подожди, я к тебе сейчас иду. Ты главное не плачь. Нянечка идет. У нас есть таймер, прикиньте, то есть нам нужно еще и за время все успеть. Иду. Не бойся, что Моргенштерн. Офигеть, ты квадратноголовый. У тебя еще и крылья какие-то, или жабры, что это? Качок. Идите на кухню, найдите корм. Он псина, что ли? Так, хорошо. Я нашел корм. Это он какой-то странный. Взял зеленый, получилось белое. Дайте корм ребенку. Хорошо. Боже, какой-то страшный.
Так, хорошо, на. Приколдес. А как тебя кормить? Еда у меня сейчас. Я хочу тебя покормить. Покормить? Покормить хочу тебя. Поэтому я не люблю, блин, Play Market на самом деле. Тут игры постоянно, вот все игры, лишь бы заработать деньги. Они проверяют даже, что что-то не работает. Как в это можно играть? 50 тысяч скачиваний, 50 тысяч. Так. И опять ты не кормишься. Все, пока, до свидания. Бесят такие разработчики, которые игры даже нормально не делают. Мне кажется, это опять от того же разработчика. Ладно, установить. Страшный ребенок в темном и желтом. Интересненько. О, тут хотя бы реально запарились. Ночь первая. Я мусульман. Ты просто что? Перчатка с барсеткой. О, тебя хотя бы в руки можно сразу же взять. А тебе можно, допустим, поджечь? Очко горит. Ну, типа, они сделали такую возможность, что можно как бы закинуть в кассир, а то, что ничего не будет, ничего не сделали, ясно. Нам нужна бутылочка молока. Скорее всего, где-то она здесь. Кухня неплохая такая. Но чем-то походит на предыдущую игру. Вот у меня ощущение, что это те же разработчики все делают. Просто они как бы такие, сделаем так, сделаем так. Почему мне показывают откройте холодильник? Я не понял. Подождите меня! Почему не работает? Опять показывают, откройте холодильник. А я что сделал? Вот готов заспорить. Сейчас нужно было просто посмотреть рекламу. Типа, без этого оно не дает просто даже взять молоко. 100% просто. Я уверен в этом. Все игры, блин, только на рекламу сделаны. Так. Я взял бутылочку. Так, иди сюда. Сейчас будем тебя кормить козьим молоком. Та-дан. Прекрасно. Хороший звук, мне очень нравится. И анимация какая красивая. Отведите ребенка к пеленальному столику. А где ты? Как-то все очень мудрено. Надеюсь, ты, кстати, хотя бы хоррор. У него кроссовки какие-то, а не носки. Памперс, меняем. Отнесите в кровать. А еще медленнее можно ходить, ты меня бесишь. Та-да. Все, выключите свет. Хотя бы тут немножко похоже все на желтого младенца. Идите, смотрите телевизор. О, вот это уже полная калька. Неплохо, неплохо. Все, смотрим телевизор. Всем привет, меня зовут. Ребёток, ты что? Что там с тобой? Отчим переживает. Ну-ка, давай, давай, давай. Дверь даже сама открылась. Неужели хоррор? Он пропал. Неужели реально будет хоррор? Оп. Выключите свет. Выйдите и закройте дверь. Ну и смотрим мою любимую передачу. О, ночь 2, неплохо. Возьмите молоко в холодильнике. Что-то темнее стало вроде бы. Неужели это реально хоррор? Включите свет. О боже, наконец-то страшно. Дайте молоко бутылку. Дайте бутылку молока ребенку. Тинк. Эй, не то, не то. Тинк, все хорошо. Не бойся. Сейчас тебе подгузник очень там поменяет. Я после реакции лайка почему-то жуткий про отчима начал постоянно говорить. Опа! Магия! Вау! Вау! Боже, как это происходит? Ты что, маг? Летающий подгузник. Вау! Вообще не страшно ни капельку. Должен быть какой-то хоррор-момент. Если они реально взяли, просто скопировали все, значит, это уже частично хоррор. Паньк. Пойдем, выключите сет, закройте дверь. Пойдемте смотреть мою любимую передачу. Следующая ночь. Всего 3 ночи здесь, насколько я понимаю. Отдохните, посмотрите телевизор. Нифига себе, так сразу. Идите наверх и успокойте ребенка. Свет. Это я уже типа успокоил, я просто пришел, типа. И выйдите. Ну ладно, как скажешь. Так, я надеюсь, сейчас будет хоррор. Ну, мы пытались сделать страшно, что это такое. Стрит-арт в CSGO. Покормите ребенка как можно скорее. Мне пытается напугать этой надписи. Боже. Ну вот в оригинальном желтом младенце это смотрелось крипово и страшно. Они прям один в один скопировали все. Так, берем бутылочку. Что? Что произошло? Как страшно. Сейчас мы откроем дверь, а там будет отель, да? Колбасит его. Простите, он очень мощный, просто очень. Поменяйте подгузник. Ну, мы пытались сделать это страшным, очень пытались. Поменяйте подгузник, сейчас будет хоррор. Сейчас будет очень сильный хоррор. Деньги у мамы стырил.
Я в 5 лет так же, прям один в один. Идите на верхний этаж и возьмите волшебную палочку как можно скорее. Хорошо, боже, как можно скорее. А то он сейчас разозлится и напердит мне в лицо. Сейчас так подписано прям. Бегу, 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 бегу. Аж дом перекосило, боже. Китайский ребенок в желтом. Все, и сейчас он еще нас должен напугать по пути, когда мы его в кроватку уложим. Я думал, невозможно делать плохие игры. Возможно, очень даже возможно. Мы прошли игру. Что? Как много вопросов просто. Что это вообще было? Мы даже не сбежали. У них просто денег уже не хватило, походу. Я думал, чмошни, не может быть. Вот это что такое? Это Вася какая-то. Ну тут текстуры хотя бы есть. Ну, вот у всей мебели. Сколько вас? Бэйби в синем. Просто кто эти игры вообще делает? Ребенок в темно-желтом. Что это за обезьяна? 10 тысяч скачиваний. А вот это вот выглядит страшно, по крайней мере, аватарка. И на скриншотах прям привидение летает. Вот это страшно. А вот это какой-то качок переросток. Я у мамы в животе был, ну, 2 года. Там были турники, брусья. Просто ужас. Давайте вот это поиграем. Описание. Ужас. Желто-розовый ребенок гадает в страшном доме с привидениями. Побег от малыша 3D. Оценка 3,5. Игра просто не нравится. Знаете почему? Потому что малыш очень криповый. Сделайте, пожалуйста, малыша нормальным. И минус в том, что реклама каждую минуту вылазит. Ну и вот я интернет просто выключаю, поэтому у меня все нормально. Какая веселая игра. Ну все, я пошла. Оставляю тебя. О, Джонни, можешь посидеть с ребенком? Да, хорошо. Но я тебя убью. Так, а тут мой стендап. Помню, всем знакомо, вот Сережа подгузник, а за тобой его не меняют целых 5 суток. Стоп, это уже игра? Чего, блин? А что мы играем? Стоп, мы просто будем играть за ребенка. А что нужно делать? Это точно вообще та игра. Это самая необычная игра, в которую я играл по желтому младенцу. Я кинул мячик бедного пацана. Все? Серьезно? Мы просто будем издеваться над пацаном, который пытается уснуть? Чего? А в смысле в комментарии было написано криповая игра? Это вообще не та игра. Что за обман? Чего? What the fuck? Теперь берем кубик. И что делаем? Плазму разбиваем? Реально же просто ужасная игра. Я думал, это будет самый страшный эпизод, блин. Ладно. В общем, на этом все. Я манал больше играть в такие подделки. Мне кажется, вот в Роблоксе нормальные подделки делают. Вот 100%, потому что там вся механика возможная. Просто ее можно возобновить. А здесь это просто ужас какой-то. Короче, если вам понравился ролик, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь, если вы не подписаны. Смотрите мои другие ролики обязательно. Они тоже интересные. Всем удачи, всем пока. Пока. Что?